Ё-моё! Короче говоря, каникулы. Сегодня пятница, день, когда наступают каникулы. Но сначала нужно пойти в адское место еще раз. Утро начинается не так. Прозвенел будильник, гнев был сильней. Мне нужен новый телефон. Постель застилать не стал. Взял щетку, умылся. Одел шорты. Мама сказала одеть штаны. Хорошо хоть без шапки. Вышел, доставил велосипед. Выехал. Поломался. Не проблема. Как говорил мой дед, велосипед не танк. Починил. Через 20 метров чинить пришлось меня. До дома добрался уже своим ходом. Если есть автостоп, то можно ли мою прогулку назвать ногостопом? Дополз домой. Достал туз из тумбы. Записка от родителей, которую я выманил, когда взял в заложники соседского кота. Позвонил директору. Притворился мамой. Директор спросил, что с моим голосом. Я сказал, что наелся геномодифицированных бобов. Пропала связь. Последние слова были о бобрах и опасности, но это меня уже не интересовало. Достал мороженое, обещал начать бегать. Завтра начну. Каникулы. Новая жизнь. Пора начать бизнес, подкачаться к лету, набрать 1 000 000 подписчиков. Хотя кого я обманываю, сериалы лучше. Последний сезон отеля Леон онлайн без смс и регистрации. Начал просмотр. Упал метеорит. Я лежал. Президентом стал сосед, который висит сотку. Поднялась бровь, но я непоколебим. Бой курантов. Я все еще лежу. Оливье закончилось. На дворе 8 число. Завтра в школу. Короче говоря, каникулы. Ё-моё!